Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для садоводов и огородников. Наконец-то я высадила все перцы свои в теплицу и хочу показать, как выглядит моя перечная теплица сегодня, 30 мая. Ну, тут невооруженным глазом видно, что я высаживала в несколько сроков, потому что скороспелые сорта, пока я поздно не досаживала, уже все покрылись травой. Уже пора пропалывать. Вот, скороспелки высаживала в первую очередь. На сегодняшний день они уже все покрыты завязью. Ну и не только завязью, но и хорошими плодами. Это у меня скороспелые венти, ласточка. Дальше идет гладиатор. Он хотя не скороспелый, но тоже уже весь в плодах облепленный. Несмотря на то, что у нас сибирский регион, несмотря на все капризы природы, мои перцы меня радуют. Все они в завязях, там только последние сами. Так, я прервалась. Тут Виктория. Вот это те, которые позволяют загущенно садить. Видите, другой способ посадки у них. Дальше идет воловье ухо. Потом у нас золотое чудо. Так, потом богатырь. Потом желтый слон. Вот с такими странными вытянутыми перчинками будут ярко-желтые. Потом тут у нас султан, калифорнийское чудо желтое, уральский толстостенный, потом красный классический, потом этюд, патриция, злата. Перцев сортов много. Я выращиваю, высаживаю по 12 штук каждого сорта, чтобы был разнообразный, во-первых, чтобы был конвейер перца все лето, и во-вторых, чтобы собрать всякие разные семена.